Новые светодиодные светильники на улице Склонной готовы к эксплуатации. Местные жители давно ждали этого момента, ведь с приходом темноты дорога погружалась во тьму. Отпускать детей на прогулку было небезопасно, рядом проезжая часть. А водители страдали из-за невидимых в полумраке ям. Фонари здесь не меняли более 10 лет. Сейчас местные больше не боятся захода солнца. Рабочие Горсвета смонтировали новое освещение. На данном объекте установлено 110 новых светодиодных светильников. Также смонтировано 30 опор железобетонных, а также проложено более 2,5 километров линий наружного освещения. В целом на данном микрорайоне произведена модернизация системы наружного освещения, управления им, что позволило существенно повысить качество предоставляемых услуг. На смену старым натриевым фонарям пришли светодиодные светильники. По словам экспертов, они вдвое экономят энергию, а при необходимости яркость можно регулировать. Кроме того, они более стойко переносят механические повреждения и перепады напряжения. Такие же установили и на участке между улицами Земляничная и Аланская. 88 новых светоточек будут долгие годы освещать дорогу местным жителям. На данных объектах применялись светильники мощностью 35 и 55 ватт. Этого вполне достаточно для подобных дорог, соответствует нормам освещенности. Также в отдельных участках, где присутствуют пешеходные переходы, соответственно, применялись иные светильники, более мощные, то есть порядка 100 ватт. И там уже дополнительное изменение цветности идет, то есть это порядка 5000 кельвинов. А для улиц Балаклавы, которые еще ждут свою очередь на новое освещение, уже разработана соответствующая документация. К работам приступят в этом году. Также планируется замена фонарей в Нахимовском, Ленинском и Гагаринском районах Севастополя. Анжелика Шелнина, Дильвер Меджитов, новости Севастополя.